фильм невероятный. Я думаю, мне точно дадут деньги в этот раз. Я придумал что-то невообразимое. Это вот был Марвел, это хуйня. Я придумал защитников. Вы понимаете, перенес вот этих супергероев в российскую реальность. Это невероятно. Но я думаю, что не пропустит цензура Милонов, сука. Законы его, вот сиськопердильные комедии, да, да, это мое. Это мое. А тут могут, конечно, прокатить. 50 миллионов рублей. Сейчас с телефоном. Алло, да, да, фонд кино. Алло. Так. Так. Я вас понял. Не может быть! Они дали в два раза больше, я сниму три части. Первая часть — это общий сбор, вторая отдельно про медведя, а третья про говорящего енота. Такого же не было. Марвел, соси, соси, Марвел, 100 лямов. Сука, да. Топ. Я слабенько, конечно, отыграл.